Көрсөтүүнүн өнөктөшү Clean Water компаниясы. Үйүңүздө таза суу. Эскертүү. Тасманы видео камерага, телефонго жана башка видео сүрөт тартуучу жабдыктарга тартууга Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 150-үнчү беренеси боюнча тыюу салынат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. И был че, блин. От кого бежим? От жены, тещи и социально несправедливость. Это ваш лейтенант. Свободен, юморист. Спасибо, товарищ генерал. Сэр, вы в порядке? Дейзи? 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 Думал, от нас убежишь, что ли? От тебя, может, и нет, но был тебе, брата, на 100%. Я не понимаю тебя. Ты приди в себя, выучи бук, эволюционер, приходи, пообщаемся. Эй, не герсейсин, головастик. Ты понимаешь, мы тебя всем детдом темно устроим, понял? И кому ты расскажешь? У тебя же нет никого. Так и у тебя нет никого. Хотя вот у него явно кто-то есть. Его же кто-то кормит тихаря. Все. Эй, короче... Если ты еще раз так сделаешь... О, мячик. Пожалуйста. Еще иди отсюда. Все. Иди отсюда. За своими гуляй, я тебе сказал. Вы что, только из-за этого на мне бочку катите? Не про тебя, я про тебя. Короче, головастик, слушай сюда. Будешь умничать – наказание. Будешь трындеть – наказание. Кому ты расскажешь – тоже наказание. Понял? И твоя мамочка не поможет. Маму не трогай. А то что? Что, она с Америки прилетит, что ли? Или что там он еще про нее гнал? Она в Америке, я ее найду, понял? Не гони, нет ее и не было. Он помоги. Валим у него опять это...
Попался, придурок. Ты о таком из нас. Тише, тише. Только не при Дейзи. У нее будет психологическая травма. Ох, ох. Не пытайся меня развести, когда долг закроешь. Неужели думаешь, что сможешь от нас скрыться? Мы не тупые. Что с тобой? А зачем ему свинья? Короче, даю 3 недели. Не закроешь долг, закопаю и тебя, и... Дейзи. И Дейзи. Do you understand? Ты понял? Нереально. Нафиг ему свинья? Заткнись. Мы, главное, по всему городу за ним гонимся, а он со свинкой. Даже имя ей дал. Здравствуйте, миссис Джонсон. А, привет, Дэн. О, боже, ты нашел мою Дейзи. Где она была? Вы ее опять в парке забыли. Спасибо, ты такой хороший. О, привет, Дэн. О, боже, ты нашел мою Дейзи. Кстати, вот она. Ах да, вознаграждение. Привет, Дэн. Как дела? Вы берегите себя, миссис Джонсон. Спасибо. Ты такой милый. Здравствуйте, девочки. Если еще раз такое повторится, я тебя на летние каникулы в психдиспансер отправлю. Ухтунгу? Да-да. Ой, Касым Назырович, проходите, проходите. Здравствуйте. Бар. Асия Керимбековна, у меня для вас отличная новость. Болсун, Касым. Понимаете, Алипеков-то наш обошел учеников даже частных школ. Выиграл путевку на мировую олимпиаду по математике в Америку. Да. Я просто не могу нарадоваться. Кстати, вот уже приглашение пришло. Касым Насырович, а я-то обрадовалась, что вы для нас хороших спонсоров нашли. Ну, понимаете, я не могу его отпустить. Асия Керимбековна, с вашего позволения, я буду настаивать, ведь Азамат-то у нас уникальный ребенок. За всю практику моей педагогической деятельности я впервые увидел ребенка Индиго. У него сверхчеловеческие возможности на обучение. Он все схватывает на лету. Ему доступны все отрасли науки. Он генерирует тут же информацию. И при всем этом у него такая память. Память у него на уровне сверхкомпьютера, если даже не больше. Асия Керимбековна, мы с вами имеем феноменального ребенка. Профессор, мы тут не делим детей на глупых или умных. У меня 120 детей. Вы же понимаете, что у Азамата в дальнейшем такой возможности может и не быть. Касым Насырович, я не могу отпустить его в такую даль.
А можно я их с собой заберу? Да-да, конечно. Вообще не понимаю, как тебе удается все мои ходы просчитывать? А кулбаки я смотрю. А? Ну ты прям как Цезарь, три вещи одновременно делаешь. Да не, что вы. Цезарь на женщину повелся, а они меня не интересуют. Ну, как минимум до полового созревания. Что? Благодаря этому мы сейчас с вами здесь сидим и мило беседуем. Что у нас там? Получается? Да, конечно. Сегодня мы разберем дифференциальное уравнение в канонических задачах дифракции. И если получится... В четвертой главе надо рассмотреть координатное уравнение для изыскания краевых функций Грина. И все-таки это неправильно, что ты мне помогаешь с диссертацией. О, спасибо. Старшики будут чмонать. Это деду за аренду книг, uh-huh. А это тебе. Добрый день. А вы верите в вежливость и толерантность? Нет. Да, я тоже рад тебя видеть. Какого хрена ты так долго открываешь? Ты чё так вырядился? О, ты заметил? Сегодня на актерских курсах играл Падре. Решил не переодеваться, чтобы копы не докапывались. А то знаешь, прав нет. Так у тебя же тачки нет. Ты чё, слепой? Я черный. А копам пофиг, если у меня тачка. Им лишь бы докопаться. Могут арестовать за то, что гуляю. Эй, черный, ты че, гуляешь? Нет, сэр. Они же все расисты. Вам, китайцам, этого не понять. Диджей, я не китаец. Нет? Да какая разница? Рассказывай, как дела, дружбан? Как всегда, картишки, ставки, жульничество. Чья бы корова мычала? Не, сам знаешь. Я отошел от дел. Но я пришел по другому вопросу. Мне нужно кое о чем тебя попросить. Прежде чем что-либо скажешь, выслушай меня. Меня приперло. Проблемы. Быть взрослым вообще не круто. Счета. Жена. Дети. У тебя нет жены и детей. Почему ты постоянно давишь на больную? Когда-нибудь они же появятся. Двое таких маленьких тиджейчика, которые будут просить: «Папа, купи мне мороженое». И что мне тогда ответить? А я буду говорить: «Маленькие мои, у папы нет денег, потому что дядя Дэн в свое время не одолжил нам денег. И теперь нам приходится жить в гетто, куда не заезжает грузовик с мороженым». А они начнут реветь. А я такой: «Пожалуйста, успокойтесь, пожалуйста, не плачьте. Дэн, почему ты так со мной поступаешь? Дэн, почему? Гетто, гетто, хватит. Я просто говорю, что такое может случиться. Сам на мели. За три недели надо найти огромные бабки, или мне капец. Не знаю, что придумать». Чувак, как же твои предки? Говорил же, я с ними не общаюсь. Ох, братан, это копы. Это копы. Скажи, что меня нет. Это копы, не открывай. Ох, ищи. Дэниел, когда квартплату отдашь, черт тебя подери. Ой, простите, святой отец. А, да, да, дочь моя. Господь наш милосердный, ты ведь знаешь? Мне он простил две судимости, и тебе все простит.
Чё? Аллилуйя. Просто скажи аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Активнее, активнее. Я вас раньше не видела. Вы с местной церкви? Да, да, вы правы. Я с местной церкви. Я просто запасной святой отец. Ну, когда у первого дела там, терки да разборки, я его заменяю. Да. Да хранит его Господь. Так, Дэн, когда квартплату отдашь? Я спрашиваю, когда. А значит, что-то смешное сказала? А ну-ка быстро гони мне деньги. Подожди, подожди, дочь моя. Придержи свой гнев. Посмотри вокруг себя, дочь моя. Что ты видишь? Тьма. Вокруг тьма. Ложь. Нищета. Подлость. Копы. Но Господь нам говорит: будьте терпимы друг к другу. Любите друг друга. И будут вам деньги через месяц. Через месяц? Да, через месяц. Да, дитя, я прощаю тебе все грехи во имя типа, ну там, и так далее, и так далее. Дэниел, у тебя месяц. Не подведи. Не подведет. Точняк не подведет, дитя мое. Спасибо, святой отец. Вы поистине святой человек. А можно поцеловать вашу руку? Это лишнее. Гигиену еще никто не отменял. Все, идем. А, чувак, ты видел? Я околдовал ее своей актерской игрой. Тебе понравилось? Да. Эй, актерам нужен гонорар. Забирай все. Вот бомж. Бүгін тігі директорға түскен бірге. Ова, ова. Баяғы профессор келді. Минуттың бұ. Ова. Америка барам бұ. Ова. Азамат, азамат. Тоқ-тоқ-тоқ-тоқ-тоқ. Отырсан. Отырсан. Бюро қалсағы ұлсат берген жоқ. Сен қапы ол бұ. Агин білет. Сен аяққа барғанда апаңды табасың бұ, таппайсың бұ. Естеген кешті от. Мүрежі. Азамат. Жаратқан маға енелік бақытты бұйырбаса дағы, мен сені өз баламдай жақшы көрем. Мен сені кішінеңде тауып алғанымда, ұшындай алы жоқ кішінкей бала болшысың. Тап-татты, бірақ ақылды болшысың. Әзір қарашы, чоң ойдың, барына түшінесің. Бірақ, бір нәрсе мен тіншімді алады да. Агин білет, абалкин. Апаң өзі таштап еткен болсыз. Нүреже, дейміз. Мен апамды сөз ұстауыш керекмін. Докторчы, а сенің қолыңдағы аргеннің дәрісі бі? О, бір әзіл алды. 550 сөм болып қолыпты. А сен өзіңдің дәрің деміне ішпей кеттің? Білесім, сен мұны ішпесім, бәлкім жығылып қалшы мүмкін. Бөк көттен бе ішіп жүрсім? Мақұл бұл? Барамын, досыңа, жұрқа. Мақұл, жескен біретеге керек етенші. Товарищ генерал, майор Алибеков по вашему приказанию прибыл. Вольно. Во-во-во-во. Ты бенгава, большой брат. Чё, лежим попу греем? Ну чё, как самочувствие? Как всегда. Ну чё за настрой? Ну-ка, позитив поймали. Тем более у меня опупенная новость. Твой сержант скоро десантируется в Соединенные Штаты Америки. О, круто! А, подожди, Жескемпир же не согласилась. Ну, ко всем можно подобрать свой ключик. А я тебя слышать даже не хочу. Иди отсюда, а? Барчи, Барчи, Вайбл. Ну, Ася Керембековна, давайте вместе подумаем. Вот.
По общепринятым правилам, несовершеннолетних лиц во время поездок за границей должны сопровождать опекуны. И если несовершеннолетнее лицо находится на обеспечении государства, то госучреждение, в котором я нахожусь на содержании, может определить мне опекуна. Анан? Ну, Асия Керимбековна, мне нужен сопровождающий в Америку опекун. А у вас есть совершеннолетний сын. Тельмус. О, кто проживает на дне океана? Спанчево, квадратные штаны. Кто красавчик всего Кыргызстана? Азабаке и его братаны. А братан у меня только один. И это ты. Ты полетишь в Америку. Диснейленд увидишь. Диснейленд у нас вот в детдоме вала. Аза, братан, хорошо, что ты едешь. Я знаю, что ты найдешь свою маму. Я буду по тебе скучать. Эй, ты что так приуныл? Не расстраивайся. Ты тоже когда-нибудь полетишь в Америку? О, а давай я Рекса с собой возьму на разведку. Он все там посмотрит. Ура, Рекс, ты увидишь Америку. Булдулач. 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 Аза, аббамаға салам айты. Давай, братан, я скоро. Не забывай меня. Конечно, не забуду. Мен айлығымның карточкасы. Егер керек болса қолдан, мақұл бол. Сен дарыларың ұмытпай іш. Мақұл. Ну что, давай. Ой, все, все. Хорошо, каждый день будешь звонить. И не забывай, зубы нужно чистить каждый день, перед едой руки мыть и тяжелое не поднимать. Балапаным. Ой. Присматривай за ним. Хорошо. Я не тебе. Бала. Так, что стоим? Заходим. Майрам бүттү. Киргиле. Ну что, малышня, готов к приключениям? Знаешь, кто такой Манкурт? Нет. Это красавчик на монгольском. Тогда я Манкурт, а ты нет. Страна война. Конечно. Малышня, присоединяйся. Welcome on board, sir. Что? Добро пожаловать на наш борт. А, спасибо. У вас можно в багаж кое-что сдать? Да, сколько килограммов? Ты сколько весишь? 65. О чем? А че? А че? Чур я у окна.
мечтаешь? А есть что-нибудь для меня? Ты будешь как гений. Специально для тебя. Дня я теперь главный. Мама сказала, чтобы я за тобой следил. Ты меня понял? Аза! 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 Ты куда ушел? Я тебе говорю, ты меня понял? Ты что, не понял? Я тебе говорю, стой! Когда я говорю, стой, ты должен... Стой! Иди сюда! О, боже мой, детка, у меня полный чемодан прелестных традиционных костюмов со всего мира. Прелестно, прелестно. Мама сказала, что я босс, и этим все сказано. Я старше тебя. Excuse me. Сам такой. Иначе я тебя оставлю здесь одного. Понял? Да, хорошо, понял. Такси, по-моему, в ту сторону. Привет, малыш. А где твои родители? Простите. Извини, но без взрослых не могу тебя взять. Если заблудился, я должен вызвать полицию. Я смотрю, вы не антрополог. Антро что? А вы знаете, что в Центральной Африке обитает племя пигмеев? Конечно же, не знаете. Вам же на нас наплевать, вам нужны только наши золото и алмазы. Говорите, что у вас демократия, демократия. А не успел приехать, вы уже полиция, полиция, помогите. Сэр, вы что, расист? Расист? Нет, нет, боже упаси, нет. Послушайте, я не хотел вас оскорбить. Я не знал. А вы приехали на саммит малых народов. А это связано с изменением климата. Цвет кожи? Мать у меня с Кореи. С какой Кореи? С Северной. Что? Думаете, раз Северной, у меня в рюкзаке бомба? Нет. Куда поедем? В центр. Ой, нет, я же сказал, нет у меня бомбы. Нет, сэр, я не смотрел. Поставьте, пожалуйста, эту песню. Прикольно. Этот певец тоже пигмей? Да. Пигмейский лучший народный артист. Ну-ка, давай еще раз. Ставлю 40. Поражаюсь вашей настойчивости, сэр. Хорошо, еще по одной.
Следите за пики. Это. Чуть-чуть, почти угадал. Кто-нибудь еще? Он жульничает, слышите? Жульничает. Ты жулик. Ты что, лоха нашел во мне? Гони мои бабки. Мои бабки гони. Эй, всем стоять. Прижался быстро. Документы. Я говорю, документы сюда. Извините, сэр. Это мой глухонемой брат. Мы с братом только что прилетели. Вот билет. А его документы украл вон тот мужик. Пожалуйста, помогите. Спасибо, малой, что выручил. А ты откуда будешь? С Казахстана. Даняр, 26 лет, из Алматы. Азамат, 12 лет, на алкоголик. Че, будем душу изливать, а подъедать друг другу? Че умничаешь? Вон, сейчас копа позову, скажу, что мальчик гуляет без родителей. Подожди, а ты с кем приехал? С опекуном. Я его кинул в аэропорту. Хотя, по сути, его жизнь кинула с такими-то мозгами. А родители? Не твое дело. Ты прав, не мое дело. Давай, малой. А ты куда идешь? Как куда? Тебе домой? Чего? Ну ты же должен отблагодарить своего спасителя. А не слипнется? Ну хотя бы на одну ночь. Не моя проблема. Мне некуда идти. И как ты собираешься свою маму найти? Нужно найти Томаса Райана, бывшего консула. Он ей визу давал. И знает, где ее найти. Слушай, прикольная тачка. Такая только у меня и у космоса. Космос, Юрич Холмогоров. И? Ну! Братва, мы не хотим стрелять. Мы наблюдаем. Чё? Ой-ё! Ты в каком веке родился? Какого фига ты оставляешь мусор возле двери? Я тебе сколько раз говорила убирать за собой? Я тебе что, мать или отец? Или я выгляжу как уборщица? Нет. Еще раз не выкинешь мусор, я тебя самого выкину. А это еще кто? Здравствуйте, мэм. Меня зовут Азамат. Какая же вы красивая женщина, мэм. У нас таких красивых женщин называют Таджал Катын. А родственники с юга называют... Да? Спасибо. Видишь, Дэниел? Бери пример с него. Какой он культурный и воспитанный. Хорошо, Джада. Я выброшу мусор. Садись, кишканем. А ты откуда английский знаешь? В самолете выучил. Опять умничаешь? Если выучить 1500 слов, можно общаться более-менее на любом языке. 1500? Ну да. 1500. 1500. Что тут непонятного? Ага. Еще скажи, что предмет умеешь передвигать. Умею. Серьезно. Покажи.
Кубик Рубик подай. Давай. Чё давай? Всё, он передвинулся с того места сюда. Ты чё, издеваешься? Короче, я был обычный мальчик. Однажды сильно получил по голове. Не спрашивай как, такое у нас в детдоме часто случается. После травмы я получил умение помнить и запоминать больше, чем все обычные нормальные люди. Проще говоря, у меня супер память. Супер память. И что умеешь? Ну, не знаю. Таблицу умножения. А ну-ка, 5,7. Шестьдесят три на 4. 252. 142 на 56. 7952. 1115 на 1506. Слушай, Эйнштейн, хотя бы калькулятор достань. Может, я вру? Чего я просил? 1115 на 1506 будет 1,679,190. Что еще умеешь? Вон ту книгу подай. Че, опять будешь передвигать? Ну, открой любую страницу и дай мне. Ценил я людей в Абуталипе ум, сдержанность, но больше всего привязанность к семье, ради которой жил Абуталип. И сдавался, черпая там силу. Прислушиваясь к сказаниям Абуталипа, Едигей пришел к выводу, что самое лучшее, что может сделать человек для других, так это воспитать в семье достойных детей, не с чьей-то помощью, а самому изо дня в день, шаг за шагом выкладывая в это дело самого себя, быть, насколько можно, вместе с детьми. Ну что, хватит? Круть, чувак! Как ты это делаешь? Ты, наверное, у себя знаменитый, да? Нет, ай. Думаю, должен быть как все. А не то по башке дадут. Дэн, у меня времени в обрез. Я насчет нашей свадьбы. Ой. А это кто? Я Аза. Его внебрачный сын. Да шутит он. Племянник мой в гости приехал. А вы? Его невеста. А у вас все в порядке со зрением? Почему такая красавица, как вы, встречается с таким фриком, как он? Это отличный вопрос. Я и сама задаюсь часто этим вопросом. Все, хорош. Что такое? Когда деньги отдашь? Скоро, скоро. Все в силе. А это еще кто? Это Хосе. Каждый день серенаду поет. Просит мои руки. Такой милый. Только вот тебя приходится ждать, Дэн. Лора, послушай. Я твой жених. Я на тебе женюсь. И обязательно заплачу. Обещаю. Так мило. Но я жду еще 2 недели. Если деньги не достанешь, никакого брака не будет. И твою задницу депортируют.
заплатить? Ну ты, конечно, Хосе. Да нет, все проще. Я и бабки, она мне грин-карту. Слушай, кстати, она вот в секте не состоит? Нет, она гример на фильмах ужасов. Ну ты все равно, Хосе. Мог бы начать посимпатичней. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, мол. Эй, Микаля, соля, Микаля, со. Как дела? Слушай, Аза, ты карту умеешь играть? Нет, даже не думай. А чё? Давай научу. В этом ничего сложного. Мы с тобой можем провернуть такие дела. В этом городе столько заядлых игроков, которых можно обчистить своими-то мозгами. Только что так вырос в моих глазах. Давай так. Ты можешь у меня остаться сколько захочешь, а взамен ты мне поможешь срубить немного бабла. Не. Я с тобой выигрышем поделюсь. Купишь себе PlayStation, там, бутсы. К тому же мы будем играть против мошенников. Честных не будем трогать, если тебя это волнует. Не интересует. А ты заметил? В Америке дети одни не ходят. Их сразу же полицейские забирают. Тебе нужен взрослый. Помогу тебе сделать фальшивые документы на опекунство. И помогу найти маму. Без меня у тебя шансов нет. Решайся, малой. По рукам? Yes! Akşam bolsa kaltanda, daldanda da daldanda. Так, теперь нам надо придумать какие-нибудь опознавательные знаки, фишки между нами. С чего начнем? А? С прогулки по городу. Булдулачи. Азамат. Булдулачи. Азамат. Булдулачи. Что с тобой? Ничего. Просто страшный сон. Тебя кто-то бил во сне, да? Я детдомовский забыл. У нас такое часто случается. И вообще, дай поспать, а? И какой спать? Давай, вставай. Собирайся. Я тебе LA покажу. Сезімді айтшы, ашып айтшы, біз тағдырды сынамай, айыптым айтшы, өкпеңді айтшы, сен жасырмай айтшы, бір-бірімізден біз алыстамайшы. Өзің сүйген қара бала.
Майян. Так хочу его увидеть. Ты что, ни разу не видел? Нет. На ней только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как... Ты это о чем? Ты что? Достучаться до небес. И? Ё, неужели такой старый? Это еще не все. За один день все не посмотришь. Но у нас дела. Помнишь? Помню, конечно. Блин, этот хот-дог, кажется, был не свежим. Тише. Какого фига? Как ты зашел? Во-первых, у меня специализация вскрытия замков, как тебе известно. Я с этим завязал. Тебе это тоже известно. А во-вторых, ты меня сам позвал. Че надо? Если деньги, я на мели. Расслабься, дело есть. Че за дело? Говорю же, я отошел. А это кто? Ты что, ребенка украл? Выкуп требуешь? Не-не-не, я не пойду на это. Ты с ума сошел? Малыш, эй, малыш. Послушай. Я ни при чем. Я этого дяденьку в первый раз вижу. Хочешь, я тебе чупа-чупс куплю? Может, суши? Да, суши. Хочешь суши? Терияки. Суши-мимаки. Чё там еще? Я тебе куплю все, что захочешь. Только скажи копам, что черный дядя ни при чем. Блин, они же все равно не поверят. Дэн, куда ты меня втянул? Чувак, расслабься. Это Аза. Он приехал сюда найти свою маму. Мы поможем ему, а он нам. Бог ты мой, бог ты мой, как он это делает? Как? Ты видел? О, блин, мне, наверное, мерещится. Это дьявол. Я тебе говорю, это сам дьявол. Чего? Да, он иногда может приходить в обличье ребенка. Милого, пучеглазого ребенка. Вот так демоны делают. Не гони, чувак. Не гони? Тогда объясни, как он это тогда делает. Ни один нормальный человек не может вслепую угадать такое. Ты же видел, я сам тасовал карты. Тиджей, давай уже по делу. Ты знаешь людей, которые мутят с документами, так? Я никого не знаю, я отошел. Я теперь актер. Причем очень талантливый. Ну, прекращай. Короче, давай я. Послушай, Тиджей, мой миленький. Нифига себе, я не расслышал. Он что, назвал меня миленьким? Слушай, братишка, никогда не называй черного парня миленьким, понял? Я просто присяду, хорошо? Пусть будет миленький. Миленький — это хорошее слово, даже если меня найдут, сразу отправят назад. Нужны липы на опекунство на меня для Дэна, и чем скорее, тем лучше. Вы свихнулись, я ухожу. Ты видел, как он со мной разговаривает? С нами никто так не разговаривал со времен отмены рабства. Он любя. Ты же видел, что он может. Тиджей, мы реально сможем срубить серьезную капусту. Просто достань бумаги, а деньги сами придут. Когда мне уже показалось, что я завязал, они снова меня затащили.
приехали. Уговор помнишь? Какой? Играем только против жуликов, таких как ты. Честно, не трогай. Это тот еще жулик. Танчик! Дядя Боря! Мальчишка, ну чему? А? Отыграться пришел? А то, честно, сегодня повезет. Как знать, как знать. Отведи Шеглава внутрь, пускай там посидит. Ну? Давай, 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 давай. Все нормально. Давай, пошли, 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 пошли. Господа, играем блэкджак. Или как у нас говорится... Очко. Что случилось? А? Дядь Боря, он это... Вазу разбил. Ну что ты этого щегла сюда принес, ну? Давай вали отсюда. Давай, приходи с няней. Вазы не бьют. Вали! Ну, не хотите, как хотите. Значит, деньги вам мои не нужны? Эй, стой, 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 погоди. Давай. Оставайся, давай, садись. Садись. Или тоже сранец. Иди сюда. Иди сюда, вазы бей. Бабуля, куда идешь? Так обед Бобику несу. О, ничего себе вы свою собаку балуете. Бабуля, может, ты нам поможешь раздать карты, размешать, а? Возражений нету? Человек нейтральный. О! Вы переглядываетесь, а? Вы что, подельники? Щегол подельник. Ну что, скис? Данчик, анекдот хочешь? Да. А он тебя не хочет? Не хочет. Щегол. Ты что, антилопа, что ли? Джентльмены, сегодня не ваш день. 20. Есть! Е-е-е-е-е-е! Ах, шамбонса, талтанда! Талтанда, да талтанда! А, да! Ну да. У меня-то карта круче. 21. Вот так вот. Деньги были ваши, стали наши. Я хочу отыграться. А деньги у тебя есть? А я хочу домой. Слышь, ты мужик? Ты мужик или балалайк? Дэн, отвези домой. А ну пошли. Дэн. Идем, Любин. А ну идем. Ты че? Да ладно, не расстраивайся. В следующий раз выиграешь. О! О, видно, у него хорошее настроение, а? Хе-хе-хей! А что с своим братом-то, а? Не знаю. Наверное, притворяется мертвым. Данчик!
Данчик, да вставай, не бойся, он ничего не сделает. Если я ему сам ничего не скажу. О! Зачем вам медведь? Тьфу, как зачем? Американцы же думают, что у нас по улицам медведи гуляют. Вот я и пытаюсь соответствовать стереотипам, а? Я не понял, что это было? Ты что начал капризничать? Я тебе еще вчера говорил, не надо спешить. Чего ты один ушел играть? Ты бы сам выиграл? Говорил же тебе, сначала покажи мне карты, чтобы я их запомнил. И почему ты постоянно на меня пялишься? Потом, зачем эти эмоции? Тал-танда, сан-тал-танда. Ты нас потрохами сдаешь. Хорошо, что они еще недалеки оказались. Другие давно бы просекли. И вообще, что за знак шмыгания и кривляния носом? Ну, для детей это нормальное явление. Тогда почему каждый день ты не шмыгаешь? Ведешь себя как ребенок. И вообще, как ты с таким умом жуликом стал? Короче, нам надо придумать какие-нибудь нормальные знаки между нами, прежде чем с кем-то играть. Это ж так легко, то же самое, что и 2 плюс 2 равняется 4, или же 1 плюс 1 равняется 2. Я хорош скафни! Садись давай. Я, кажется, нашел твоего консула. Папа? Папаке? Папаке? Аза! 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 Э, мало, что это было, а? Все нормально? Как нормально? Ты был как зомби, закатил глаза и дергался. Это что за фигня была? Все нормально. Просто забыл выпить лекарство. Ты давай, пей свои лекарства, не забывай. Да подними ее уже, мать Тереза. Only $1 hot dog. Come on, hot dog. $1. Hey, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Come on. Only for you. Today, 50 cent. You know 50 cent? И такой уж могут оказаться. Что там? Не помнит. Что-то там порылся. Обещал посмотреть в базе данных на работе. Попросил вернуться через пару дней. Ладно, не переживай. Мы обязательно ее найдем. Садись, поехали. Слушай, чувак, я придумал новые фишки и знаки между нами. Слушай, чувак, а может ты не будешь придумывать и думать вообще? Тебе это не идет. Природа выделила тебе 3 функции. Жрать, спать и болтать бессмысленные вещи. Давай за двоих буду думать я, окей? А то из-за тебя мы сегодня крепко облажались. И что ты предлагаешь? Я предлагаю минимизировать случайности и каждому случаю применять индивидуальную стратегию игры. В чем проблема? Ты и так эти карты можешь запомнить. Я могу и запомнить, и даже читать игру. Но любая азартная игра обусловлена теорией вероятности, и доля случайности в ней очень высока. Был такой математик Кендалл. Так вот, человечеству потребовалось несколько столетий, чтобы привыкнуть к мысли о мире, в котором некоторые события происходят случайно, без причины. Например, как твое рождение. Либо определяются причиной настолько отдаленной, что могли бы быть с достаточной точностью спрогнозированы с помощью беспричинной модели. Ой, все, не думай, забудь. Просто садись и запоминай. А можно я?
постоянно смотришь на меня. Вызываю подозрение. Не проигрываешь вообще. Вызываю подозрение. Проигрываешь очень много. Вызываю подозрение. Описывался. Вызываю подозрение. Чё? Ну правильно, если взрослый человек описывается, это же вызывает подозрение. Ага, а похочется. А ты это можешь? Қанжалы қоры болғысын жолың өзің өған айшен кеңбірі бір жарым қосуын берсе жардамын чекі қақпай енің бүйт бары келіп қолыңдан сенің демек алды да күтөт жеңіш тілегің орындалап тақты болғын ескелдің артынан жетіш мұна бұл сенің ұбағың ұч жайып қанатың дей қана күнді нұрындай төгіліп айланаңа жас жарығың дей жақшы көргініңді жатап тұшыл жас оның кереметін құдай талымай апай тәрекет жүлге өз берекесін жас оның жолдығы алып барса дағы көптігін шақырым алыстыққа ішенген жетесің нешен күн еңсеген өзіңнің көздегі мақсатыңа сен қиыншылыққа жеңілбей ішен жетесің тілегіңе өмір сүре біткінгі келген соң бол жарыққа өзіңді көл іздеп тап тағдырың өз қолыңда маңдайыңнан жазылған қиыншылыққа жеңілбей өзге үшінгі ішенсің жетесің тілегіңе Кімдігін ген солығын жандығына қан сезімдеріңе байлана өрбей бос шоңғының ар бір күні дамын татып кереметті ұшында шоңын өзіңдігі жөндімді Бейшіл чайниз ходо, каман пипіл, каман Каман, о Коничива That's Japanese, sir You from Japan? Нихао This ходо for you Thank you very much thank you Bye-bye Duecento. Извините, он хотел в туалет. И что ты будешь делать? Я пас. Чё так тянул-то? Я тоже пас. Получается, только ты и я. Вы посмотрите, а? Флэш, чуть-чуть, блин, чуть-чуть. Еще повезет. Погоди-ка. Эй, убери руки. Ты что делаешь? Какого хрена ты делаешь? Карты положи, положи карты. Почему он карты трогает? Ну-ка, положи. Дай сюда карты. Ты чё мухлюешь в моем доме? Отвечай. Босс, ты же меня знаешь. Я не такой. Это он сам положил карту.
Да-да, это он положил. Ты сам видел, он отошел к мальцу. Каждый раз, прежде чем делать ставки, ты смотришь на мальца. Про это уже весь город знает. Ты что, мутишь в моем доме? Отвечай. Эй, привет! Hi. Помнишь меня? Американский таксист. Не расист. Ну как там у вас, изменение климата и так далее? Все хорошо. Привет, чувак. Ты тоже пигмей? Эй, иди сюда, я тебе сейчас покажу пигмей. Все, успокойся, потом объясню. Он из другого племени. Они не любят, когда их называют пигмеями. Ей уже! Так это считается круто в твоей стране, да? Девушкам нравится? Просто плечами. Так, да? Йоу, Дэн, зацени. Врубай. Ты хоть знаешь, что эта песня называется «Кара Джурго»? И? Кара — это... ладно, ничего. Ну что, есть что-нибудь для меня? Ну, сэр, вам повезло. Замутили доки на опекунство. Дядюшка Тиджи постарался, чтобы у маленьких китайцев не было больших проблем. Мне иногда кажется, что ты расист. Чего? Просто проверь бумаги. Проблем же с ними не будет. Ну, пару раз проканает. Попадутся более толковые, просеку. Тогда вам придется бежать. Ну, теперь я твой опекун. Ага, сбылась моя мечта. Ура! Йоу! Вы можете общаться на общедоступном языке? А то звучит как... Что за фигня? Скоро Лора объявится, надо что-то другое замутить. Я черный, а не прозрачный. Давай, думай. Ты же у нас давала. Окей. Давай до вечера обмозгую. Окей, what's going on? Не понял. Вы что, меня игнорируете? Хорошо, извините, не хотел обидеть. Это все из-за того, что я назвал вас китайцами? Йоу! Ашек. Эй, Дейзи! Что здесь делаешь? Сейчас пойдем домой. Эй, Доминик! Как дела? Дэн, я разочарован. Слышал, у тебя бабки появились. А я ничего не получил. У меня еще не вся сумма. Мне нужно еще немного времени. Все, идешь с нами. Вы че, мужики? Я заплачу. Эй, Доминик, хочешь большие бабки срубить? Я знаю, как это сделать. Последняя неделя. И смотри, не вздумай удрать. Я слежу за тобой. И за твоей свинкой. Не, серьезно. Эта свинья прям меня бесит. Заткнись. Он зачем ее таскает? Заткнись уже. Директор Бас звонит в Трюткенде. Америка да бизнес клам деп. Хе? Кайсы дилде сүйлөп туруп билбейсиңер бе? Кандай дейсиң? Эч тек эмес. Ой, ал баласың таулғанына сүйініп,
сен деле унтып калды. Оу, мэн! Бро, what happened? О, бро, что случилось? Я попал. What? Да ты чё? They они хотят свои деньги. А чё ты не крикнул меня? Нужно было позвать меня. Я бы выбежал на помощь, пару ударов, пара карате. И они уже валяются, а я над ними танцую. Короче, Дэн, если хочешь заработать много денег, мы должны поехать в Лас-Вегас. Ну, как скажешь. Ты босс. Ребята. Хотя есть маленькая проблема. За мной теперь следят, и нам не уехать из города. Тиджи, we need your help. Нам нужна твоя помощь. Наконец-то. Вы что там только что говорили, а? Признавайтесь. Я не люблю, когда разговаривают на непонятном языке. Кстати, нас сюда так и привезли на кораблях. Твоя девушка же гример? Да? И? So, ну, чё, как? Kind of funny. Смешно. I think it looks очень very даже realistic. Реалистично. Yeah. Ну, надеюсь. So. Ладно, нам пора. Тиджи, ты достал оборудование? Yeah, you got здесь все, что вам нужно, только с возвратом. Я его на прокат взял. Они еще там? Сейчас проверю. Oh, yeah. Да, сторожат. Тузики. Бред полный. Мы типа живем в свободной стране, да ведь? Но тогда почему человек не может даже пиво спокойно попить на улице? Бред. Ты много ноешь, ты знаешь? Мне нужно отлить. Ты можешь проследить за ними 5 минут без нытья? Да? Удачи тебе там. Красотка, хочешь выпить? Да ладно, дай номер. Ну чё, ты готова, моя маленькая Хуанита? Не называй меня так. Иди заплати за бензин. Хани? Do it yourself. What are you looking ты чё уставилась, толстушка? Ты где себе такой наряд достала, толстушка? Не обижай свою маму. Толстушка умеет говорить. Злая, толстенная девочка. Слушай сюда, Майки. Я Питер. Мне плевать, Джонни. Видишь мой толстый, толстый миниатюрный кулак? Хочешь его попробовать? Я хочу к маме. И кто же теперь девочка? Нэнси. Нэнси. Hi.
Здравствуйте, меня зовут Мэнди. Приятно познакомиться. Взаимно, Мэнди. У вас очень милый сын. Ой, спасибо. Ты живешь где-то рядом? Оу, Хуанита, поехали. Бай-бай. Джейкоб, давай быстрее переодевайся. Вижу ничего, какой комнаты. Чё ты ешь? Бобы. Хочешь? Давай. А чё за бобы? Редичи обыкновенные. Какой-то странный вкус. Потому что они ядовитые. Ты чё, дурак? И что со мной теперь будет? Ну, во-первых, побледнение кожи, сонливость, обморочное состояние и, конечно же, понос. Привет, ребят, что вам принести? С твоим другом все нормально? С вами все хорошо, сэр? Все хорошо. Он мой брат. А можно тряпочку? Он просто описался. Да-да, не спеши, я подожду. И это... из-за безобидной шутки? Сам начал. Но было смешно. Смешно. По-твоему, это смешно? В детдоме шутки похлеще. Иди сюда, щегол. Эй, дрррр, Лас-Вегас, эй, Лас-Вегас. Не забывай, Лас-Вегас. Дрррр. Садись давай, Лас-Вегас. Excuse me, sir. Sir. Bonjour. Аза? Че? У меня галлюцинации или... Я реально вижу мартышку с ковбойской шляпой и с канистрой. Ну да. Вот торчок. Прикинь. Чё вам надо? Мы ищем заправку. Вам показать дорогу?
Пожалуйста. Это будет стоить вам $5. Мы осознанно, в здравом уме и трезвой памяти следуем за мальчишкой. Супер. Слышу, слышу. А видишь меня? Ой, вижу, вижу. Вот, не играй, а? Себя видишь? Вижу. Давай еще раз пройдемся. Давай. Буду сидеть ровно, чтобы у тебя был обзор. Да, и не вправо, и не влево, чтобы я всегда видел твои карты, понял? Все окей. Никакие импровизации. И поначалу будем проигрывать. Как только наберется куш, по твоему сигналу я ставлю все. Все. Все? Да, правильно. Азарт! Ну, пойдем рубить бабки. Думаю, тебе нужно держаться за свои фишки, сынок. Они могут легко пропасть. Потому что я ставлю все. Блин. Я тебе говорю, сиди прямо. Как я терять лежу карты? 9. Вот теперь ставь все. И я ставлю все. Нервы-то у тебя крепкие. Ну что ж, джентльмены, посмотрим на ваши карты. Тузы. Боже, храни Америку. Тузы и десятки. Sorry, boy. Простите, ребята. Что там у тебя, сынок? Оу, что-то мелко. Соболезную. Come on now. Don't keep me in suspense. Quad tens. The full house is dead. Full house mort. Yes, baby. Леди и джентльмены, я все. Слишком много стресса для меня. Это вам. Спасибо, сэр.
Мне собрать фишки? Да, пожалуйста. Сэр, вы, кажется, потеряли свою фишку. Спасибо, сэр. Очень нужная вещь. Так, малой, собирай манатки. Зачем? Ну ты же хочешь увидеть пятизвездочный отель? Конечно. Заслужили! Yes! Я такой, на, каре. У того мужика вот такие шары. У меня еще никогда не было таких карт. Да. Папа узнал бы, не одобрил. Он нам с братом постоянно говорил. Я передаю вам самое ценное. Нашу фамилию. Не испорьте ее. Он у меня такой. Правильный мужик. Это что я? А что с твоими родителями? Я вообще не видел, что ты хоть раз им позвонил. Я с ними не общаюсь. Что тебе мешает? Я сам, наверное. Ты понимаешь, у меня районовские понятия были, ветер в голове, постоянно бездельничал. Не то, что мой старший брат. Родители постоянно. Вот посмотри на старшего брата. Какой он молодец. Отличник. Карьера у него. А ты непонятно, чем занимаешься. Вот и уехал, чтобы им доказать. Правде. Я очень скучаю по ним. А твой отец? Hello? Тебя. Hello. Ашамарт. У меня хорошие новости для тебя. Кажется, я разобрался, как тебе помочь. Ты можешь завтра после обеда зайти ко мне? Yeah. Да, yeah, да, sure. Конечно. Thank you, мистер Райан. Офигенно! Жизнь-то налаживается, а? Скоро ты увидишь свою маму. Аза. Ты-то не злись, конечно. Но ты не думал, что твоя мама бросила тебя? Не бросала она меня. Конечно, нет. Глупость сказал. Как она могла меня бросить? Она была агентом спецслужбы. Ее сюда заслали. Вот поэтому она не могла выйти со мной на связь. Ведь это же опасно для ее жизни. А, ну, да, конечно.
конечно, ты прав. Я тоже очень хочу с ней познакомиться. А давай поведем ее в самый лучший ресторан, а? Бабки-то у нас есть, а? Диснейленд! Блин, Диснейленд ей точно понравится. Или можем, смотри, дом на колесиках и всю Америку посмотреть. Колорадо – самое красотение, я отвечаю. Блин, Гавайи! Умерла она. Нет ее. Мне было 6, когда ее не стало. Я помню все. Абсолютно все. Но не могу вспомнить маму. А как же консул? Он не консул, а профессор Института обучения памяти Пикауэра. Ведущий ученый в области восстановления памяти. Он согласился мне помочь взамен на научную статью обо мне. Профессор сказал, что если я вспомню хоть какую-то деталь, связанную с мамой, то вспомню ее. Я бы отдал бы все на свете, лишь бы вспомнить ее. Ее лицо. Улыбку. Объятия. И никогда, никогда не забыл бы ее образ. А че мы сидим? До Лос-Анджелеса 6 часов переться. Давай, 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 вставай, поехали. По пути надо еще заехать в один магазин. Все, ты идешь с нами, человек дождя. Отпусти его. Нет, нет, не жадничай, Дэн. Радуйся, что избавился от нас. Вы что, мужики, реально поверили? Какая суперсила, какая память? Я же вам соврал. Доминик! Возьми деньги. Все. Мне не нужны твои деньги. Мне нужен малой. Я позвоню копам. Они депортируют твою нелегальную задницу первым же рейсом. Не тупи. Купи себе гринку. В следующий раз я не промахнусь. Дэн, короче, последний шанс. Если завтра деньги не привезешь, я выхожу замуж за Хосе. Все, больше ждать не буду. Слушай, скажи мне, почему твой друг постоянно таскает свинью? Почему? Она что, твоя девушка? Ревнуешь? Ты у нас шутник, да? Как твой друг? Он мне не друг. Не ты один шутник у нас. Не будь ребенком. Отдай. Он первый начал. Отдай, я сказал. На, возьми. Take it.
Ты реально тупица, знаешь, да? Мальца не получишь. Но, пожалуй, деньги я оставлю себе. Ты что делаешь? Можно я поговорю с ним? Он мой брат. Хорошо, только одну минуту. Как ты узнал? Ты заправил? Не такая уж супер память у тебя, я тебе скажу. Тебя же не посадят? Не я же украл ребенка. А за мошенничество? Я чист. Бабки-то у них. Папа, как всегда, был прав. Арамах Шабирна. Ты это давай. Завтра не опоздай к профессору. Не получится. Сказали, скоро отправят домой. Азамат, ты это, не обессудь. Hi, kid. How's it going? Свои лекарства оставил. Решил тебе их вернуть. Че, только ради этого приехал? Ну да. Ты же без них как зомби. Сам ты зомби. Да шучу я, к тебе приехал. Как галашет. Нормально. И я тебя бью. В последний раз ты меня бил. Ух ты уж, ну, прыгай давай. Диджей привет передавал. Теперь он на всех тусовках танцует хорошо. Как же твоя грин-карта? Лора вышла замуж за Хосе. Ну, не судьба. Главное, бахт голос. Бахт голос. К тому же понял, дома лучше. Намного лучше. А давай заедем кое-куда. Тебе понравится. Приехали. Я же сказал, сюрприз. Пойдем. А, Биг Мак привез, да? Он протухнет, ты че? Ой, как будто ты протухший не ел. Заходи. А это где мы? Я подключил своего брата и нашел кое-кого. В смысле? Увидишь. Мама.
Сен мені кешіріп қой балам. Мен Гүлелі апаңды жоғытқымнан кейін сынып қалдым балам. Сен маға кешірдім деген үміт берсең, мен ал күнді өмір бойы күтем. Балам. Жанды басты отырмыз. Жанды басты отырмыз. Жанды басты отырмыз. Аза, пойдем. Азамат. Азамат. Апаң билер. Сағындым. Биле, қарай. Мен сені менен айуай сыйлықтанам. Сен маға Құдай берген чоң билігімсің. Мен немі санам бүлінч. Мен кетшім керек. Жоқ. Апа ке, кетпечі. Сұранам, қалчы. Садағам, еч қачан, еш нерседен қорқпа. Мақұл бол, адамды қасиетіңді бек сақта.
Аза! 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 Стой, Аза! Сама! Раз ты сильно не дергался при своей эпилепсии. Кажется, я освободился от нее. Кстати, на. Что это? Липовое опекунство. Раз твой отец жив, он же сможет сделать мне настоящее. Че, реально? Ты хочешь стать моим отцом? Да ты в штаны писаешься! Да это из-за тебя было! Но было же! Я серьезно. Тебе больше не придется жить в детдоме. Давай, соглашайся. Скорее, я должен стать твоим папой. Не считаешь? Ты не умничай. Стой, стой. Детдом в другую же сторону. Я хочу тебя познакомить с родителями. Они будут очень рады. You are monkey. Whoa, 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 shimmy go, whoa.